Лето цвета неба, огромное и синее, а лето цвета солнца. Девчонки, наступило утро следующее, и собираемся, в общем, на дачу. Так, кстати, накрасила брови, крашу их. Сейчас будем уезжать уже. Вот, смотрите. Набрали мы вещей, как будто мы уезжаем, я не знаю куда. Еще там две коробки. Вот. Так что собираемся. Погода нам сегодня просто повезло. Хорошая погода. Собираю всякие свои прибамбасы. Тут надо еще штатив, думаю, взять. Ну, может быть, потом, не знаю. Столько вещей, боюсь, не влезет. Так что встретимся, наверное, уже на даче, потому что я фотоаппарат тоже хочу убрать в сумку и не доставать больше. Так что включусь уже, когда мы приедем на место. Вот в таких условиях мы едем на дачу. Представляете? Гром, молния, ливень. Вот мы вещи выгружаем. Ваня там под дождем, короче, мокнет. Просто жесть какая-то. А еще час назад светило солнце, было плюс 20, было тепло. И ни намека на дождь. Я все время удивляюсь, насколько тут живо, всегда такая погода. Ой, конечно. Еще у нас такая проблема, что у нас не все вещи вылазят. Не знаю, придется детей без игрушек оставить. Половину еды мы не вмещается еда. Ну, Ваня через пару дней поедет, поэтому... Это он машет, типа, чтобы я... Ага, под дождем побежала. Ладно, еще... Короче, мы мокрые насквозь. Смотрите, какой Ваня. Покупался бесплатно. Надо было только шампунь взять с собой, что-то намылиться. Очень сильный дождь. Хорошо, Игорь кончился. Да, Игорь был. Ой, кошмар вообще. Хорошо, я не накрасилась. Пипец. Кому у меня аж вода стекает. Где Катя? Мы приехали на дачу. Слушайте, мы выходили, у нас был в Питере ливень, а у нас град. А приехали тут, короче, дождя не было, шикарная погода. По-моему, ну, градусов 20, наверное, есть. Ну, может, чуть поменьше, может, 18, но тепло, хорошо. Вообще-то мы вот теперь будем тут месяц жить. Пока-пока. Эй, вернись. Это вот двор. Очень хороший здесь такой двор. Как прекрасно здесь. Девчонки тут уже распаковывают свои игрушки, ждут, не дождутся. Да, распаковки? Ну, расческу куда-то в туалет? Расческу в туалет, да. Я знаю еще. Вот, значит, вещи. Это у нас сумка холодильник. Это мы из дома везли молочку всякую там. Все, что в холодильнике нужно хранить. Мам, в туалете будет лежать моя зубная щетка, ладно? Да, сейчас я это буду... Холодильник распаковывать. Холодильник, кстати, достаточно большой. Вот у нас морозилка. И, ну, в общем-то, большой дом. Ох ты, в принципе, можно было даже химию не брать, потому что тут химия есть. И вообще и посуда есть. Смотри, мамы, кружки, посуда. Мультиварка есть, смотри, смотри. Да, маленькая мультиварочка. Я хотела свою мультиварку взять, но буду там, в общем, готовить. Единственное, что вот даже вытяжка есть, но единственное, что тут плита такая, ну, в принципе, пойдет. Надо научиться только ею пользоваться. А вот это что? Тут, видите, знаете, такая стиралка стоит, чайник, барная стойка такая, будем тут сидеть. Девчонка, я буду сажать кушать за диван на тот стол. Вот. Ты нашу комнату видела, мам? Проходи, не стесняйся. Тут же будем жить мы. Ага, вот тут двухэтажная кровать. Смотрите, сейчас какой... Какая лампа. Абажур такой. А я наверху. Пойдем наверху. Привет. Привет. Я тут, знаете, положу, я буду с ним спать. Пойдемте наверх. Я вам сделаю рум-тур небольшой. Аккуратненько только, Катюш. Очень тут хорошо, чисто, свежо. Прям легко дышать в этом доме. Мне прям он безумно понравился. Катя тут уже на машинке катается. И мне очень понравилось, смотрите, какие окна. Очень светло, и можно смотреть вообще с любой комнаты, можно следить за детьми. Вообще здорово. Наблюдать. Да, мам, смотри, какая красота. Я люблю такие окна, панорамные, конечно.
общем, шикарно, шикарно. Ухоженное все, да, видно, люди любят свой дом. Да. Телевизор даже есть. Диван, кстати, тоже раскладывается, можно бы туда сюда кого-то положить. А? А здесь смотри. Вот смотри, мам, тут получается. И этот диван тоже раскладывается. А это что? Это велосипед, а внизу стоят весы. Это намек на то, что даже здесь жрать нельзя. Слушай, я, наверное, здесь буду жить. И тут, видите, тоже вид. В общем, тут очень классно. Ну что, заценила дом? Слушай, ну когда мы свою дачу приобретем? А ну-ка, мам, давай. У нас тоже есть тренажер, но он в гараже. Смотрите, у меня тут дорожный такой набор. Сейчас я вам открою, покажу. Вот видите, удобно с собой брать, и тут можно заряжать. Ваня, привет, неси. Кстати, вроде бы хозяйка сказала, что даже все постельное белье нам заправили. То есть, представляете, даже не придется заправлять постель, хотя я взяла с собой постельное белье. Давайте проверим. Реально, смотрите, все заправлено. Обалдеть. Просто люди, не знаю, это дом за такую сумму, это вообще очень дешево я нашла. Я как-то не привычу, что у них стоит лицом туда, да? Ну, потому что мало места, вы видите, туалет так поставили. Так, куда бы запихнуть? Тебе нравится, Катюш? Да. Настя, на тебе. Вообще супер. Супер-попер? Ты тут уже свои игрушки разложила. Настя. Короче, у нас сейчас скоро шашлык будет. Видите? Надеюсь, он будет скоро. Клубничка нарвала. Ух ты! Цветочек. Вкусная? Да. А мыть будешь или нет? Нет, бабушка сказала, что там все чистое. И мы, кстати, уже с Катей кушали. Правильно. Зачем мыть клубнику? Мы же не покупаем ни в городе ее, правильно? Короче, я уже, видите, переоделась. А смотрите на эту крышку. Нельзя прыгать. В общем, навела я порядок, все разложила. Мама заняла вот эту комнату. Все-таки она решила. Мама все-таки решила жить тут. Видите, это ее тренажер. Тренажер молодости. Да я ей на самом деле ей подарила. Точнее, я купила себе, но я ей отдала, потому что я не стала пользоваться. Вот. В общем-то, мама у меня будет жить тут. Я очень надеюсь, что у нее в ближайшее время работы не будет, потому что не хочется, чтобы она уезжала. Она вот здесь просто будет жить пока с нами, пока работы нет. И, кстати, через пару деньков приедет свекровь, так что мы тут всей дружной семьей будем отдыхать, а у Вани отпуск, и, в общем-то, мы тут будем, знаете, семейно так отдыхать. Так, девчонки, и, кстати, по поводу интернета. Тут интернета нет, Ваня купила, значит, такой мегафон, что это? В общем, это роутер, а это модем. И будет сейчас делать тоже интернет, потому что если не он, то это видео вы просто не увидели бы. Вот такая вот тарелка у нас шашлыков. Это курочка. Сосиски девчонкам. Ну и курочку тоже, если захотят, конечно. Все, девчонки, я уселась. Сейчас буду пить чай зеленый. Пока там шашлык-машлык наш не готов. Чего подглядываешь, Настя, она тут подглядывает. Ну, твои впечатления первые о даче. Отлично! Что-то тебя там затемнило. Поэтому нет, да, потому что они выключили свет. Не, потому что против окна. Мы еще походим по деревне, посмотрим, что тут вообще да как. До озера доедем. Мы вроде как тут велик даже нашли, и, может, на велике покатаемся. Вот, ну что, пойдемте на улицу, посмотрим, чем там ребята занимаются. Я вам покажу прикол, деревня стайл просто. Вот так вот, мы в деревне, тут все можно.
В том году я вообще ходила в носках и в балетках. Я думала про него. Как вам мой прикид? А что это? Носки. Я напялила носки, холодно? Ну, как-то без носок, не знаю. А я специально вот эти взяла ходить. Мне Ваня привезет потом какие-нибудь, я не знаю, что-нибудь приличное. А тебе удобно так? Ну, в принципе, нормально. Ну, главное, чтобы удобно. Да. Катюш, ты на беговеле покаталась? Доча, покажи. А немножко это самое, еще не научилась. Катюш, покажи, как ты катаешься, Солнышко. Хала. Тяжеловато для меня, да? Надо, Катюш, надо вот так вот по очереди ноги передвигать, вот так вот. Настя, покажи ей. Катюш, давай покажу? Нет. Давай. Сначала одну ножку отталкиваешься, потом вторую ножку отталкиваешься по очереди. А вот так. А у Насти, ну что, лучший наряд? Лосины, сверху юбка. Маленькие-маленькие. Ну не спелые, конечно. Ну вот. Ну тут бывают всякие спелые. Угу, если поискать, в общем, да? Да. Давайте найду какую-нибудь. Ромашка любит, не любит. Вот ради этого стоит иметь дачу. Клещ. Это не клещ, это просто мошка. Кстати, тут сказали, что клещей нет. Ладно. Покажи. Половинка. Кому? Давай на половинку, Катюш. Да. Пополам. Три. Ой, класс. Давай я тебя, Катя. На коленке. На канатике. Не знаю, кого снимать. Как две макаки. Вы видели? Да, я не знаю, кого снимать. Кого снимать? Кого? 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 На колесе. Шашлычок, машлычок. Ну чё, а? Всё нормально. Да, готова наша еда. Вот, скромно. Но нам хватит. Огурчики, помидоры мы дома забыли. Ну, Ваня привезет потом. Вот, собственно, сейчас будем кушать. Ох, хлебушек, да. Микки тебе, как всегда, мешает, да? Гони его. Где? Ушел он. Грубиян. Ладненько, будем кушать. Так, Катюш, давай. Опа! Ничего себе, как ты умеешь. Сейчас я завтра расскажу. Катюш, отходи, а то у нас тебе сейчас стукнет. Дыш будет. Катюшка спрятала. Без 15:08 Катя у нас, как всегда, не спит. И не знаю, что нужно, чтобы Катя у нас днем спала. У нее столько сил. На этом я закончу свой влог. Это был такой первый день наш дачный. Обязательно поснимаю для вас что-нибудь еще. Так что пишите, комментируйте. Пока-пока!